Когда упряжки с северными ездовыми начинают трогаться с места одна за одной, животных даже подгонять не надо. Остановить собачью упряжку очень сложно. Сани несутся, собакам не терпится бежать еще и еще вперед. Сегодня покататься на собачьих упряжках и почувствовать себя участником полярной экспедиции или северным жителем смогли около 100 воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей в возрасте от 8 до 15 лет. Я мечтал, я и там катался, я очень рад был, я люблю кататься на собак. Я так радость чувствую, когда катаюсь. Такой новогодний подарок сделали сотрудники питомника К9. Прямо на территорию учреждения кинологи привезли 12 собак, 4 маламута, 6 хасок и 2 самоеда. Это псы, которые умеют дружить, общаться и резвиться вместе с детьми. Тем, кто пока побаивается кататься, инструкторы показывают, как запрягать собак. В упряжке существует строгая иерархия. Первыми идут самые быстрые, в середине выносливые, замыкают тягачи, самые сильные и крупные собаки. Обычно во главе находится ведущая собака, но в данной упряжке нет лидера. Здесь полная демократия. Положительное влияние некоторых пород собак на людей заметили еще в древности. Сейчас этим занимается наука канистерапия. Благодаря общению с собаками дети с разными заболеваниями центральной нервной системы или опорно-двигательного аппарата оздоравливаются. Хотя эта терапия на первый взгляд и напоминает игру, специалисты в эффективности этой методики не сомневаются. Все прекрасно знают, что ребенок, который ограничен в своих возможностях, скрыт немножко, закрыт в себе. Поэтому через общение с животными мы познаем внутренний мир даже ребенка, нам это помогает. Собаки обладают некоторыми сходными с нами качествами – эмоциональностью, способностью выражать свои переживания поведением. Кроме того, они абсолютно непредвзяты. Они очень дружелюбные, то есть дети им нравятся, ну и им наоборот тоже. Все друг другу нравятся. Они очень добрые собаки. Интернат и питомник сотрудничают уже 2 года. Работа по методике канистерапии продолжится и в 2014-м. Туяна Немаева, Александр Дудин. Новости сейчас.